Слава Иисусу Христу! Слава! Мы пришли, чтобы людям возвестить о любви Божией. А ты что тут забыл? Что Иисус Христос умер за грехи людей и воскрес для нашего оправдания. Ну, дай смотри. А сколько у тебя время? У тебя сколько время? У нас время сейчас... Подожди, я посмотрю, что-то не видать. Сейчас я скажу. 7:38. А мы едем на 4-го, у нас полчетвертого. Это город Барнаул. Почему двойной голос? О, нормально. Так, погромче, возьмите поближе микрофон. Можно поинтересоваться, сколько вам лет? Можно. 81-й. Часа. Да это вопрос. Мне 23 года. Вопрос такой не трудный. Отлично выглядит для 83. Вопрос не трудный. Мы свидетельствуем о Христе. Хорошего дня вам. Хорошего дня. Что Иисус Христос умер за нас, умер Господь Христос и зовет покаяние людей. Вот теперь вопрос стоит. Наши грехи и ждет с покаянием. И мы для этого пришли в интернет. Особенно это место разврата. Здесь как с ума сошли, и мужики, и бабы, голые валяются. Рукоблудие, всякое беззаконие творят. Пьют непрерывно, все пьют и пьют. Я им ответил, почему пьете? Потому что гигантский огонь ждет вас, и вы пытаетесь его залить уже сегодня. Если вас заинтересует это, вам нужно будет, вы запомните, вот я из Барнаула, Игнатий Лапкин. Если заряете Игнатий Лапкина в скайпе, вы на меня выйдете, я вам все ресурсы скину наши. Угу. В скайпе. Запишите себе Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. Да? Лапкин. Лапкин. Ну, от маленького, уменьшительное слово лапа. Лапкин. Угу. По скайпу. А сейчас, пока на память вам я скажу, можете зайти в YouTube, называется «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. У нас там 17 тысяч роликов. Мы строим православную деревню с нуля. Вам будет очень интересно, как у нас идут занятия, как в церкви служат, как я начальник детского лагеря с детьми, красивые места в наши, как уборка хлеба идет. У нас фермер один, и нынче он второй зерносклад построил. Да, а чем можем удивляться? Слава Иисусу Христу! Мы проповедники, свидетельствуем о пришествии Господнем, чтобы люди приготовились, жили по-божьему. Говори Боже, чтобы жили, слов нет. Мы когда говорим, то мы с курящими не говорим, папиросу потушите пока. Генский огонь, все пьют, никогда не видал нигде этого. Хоть днем, хоть ночью. Вы понимаете, что интернет это самое такое место, где все говно случается. Но чат-рулетка это особое место разврата, сквернословия, безобразия. Весь интернет так. Так, вы совершенно трезвый? Нет, совершенно пьяный. Ну вот видите, а второй такой же. Только сейчас один был такой, второй такой. Это от нечего делать. Пока помолчите, я вам покажу, зачем мы пришли. Людям засвидетельствовать о Боге, о вечности, о любви Божией, что Он умер за нас, Христос, и ждет с покаянием, чтобы изменить нашу жизнь для Бога. Вы запишите, меня Игнатий Лапкин звать, из Барнаула, и зайдите по скайпу. А можно я не буду записывать? Вот я тогда буду говорить вам, я отвечу по скайпу. Игнатий Лапкин, запишите. Я один. Да не хочу, я не буду записывать. Ну все тогда, до свидания. Ну да. Делается. Поэтому мы пришли сюда, чтобы возвестить о пришествии Христовом, что Иисус умер за наши грехи и ждет людей с покаянием. А великая радостная весть. Вас... У вас, может, вопросы какие есть? Да, это. А у вас дома есть такая книга? Ну вот, мы узнаем все отсюда. Господь нам говорит. Это Слово Божие называется, Библия Святая. Священное Писание. Вот так.
О, это Никола Чудотворец, мир Ликийский. Угу. Любимец народа. Угу. За его за брату. Это я не вижу еще там. Да, если это кажется чаша, это Пантелеимон. Если в руке, в руке чаша, это целитель Пантелеимон. Он молодой был, как вот ты такой же. Был врачом. Бог творил через него чудеса. Вот мы строим православную деревню. Все православные в деревне. Никто не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Хорошо. Ну вот так. Это сегодня не просто было сделать, то получить статус, землю, государственную школу. Все сами строим. Говорят, вот нельзя, то другое, виноваты правители. Надо работать, и что-то будет. А сидеть дома, тут что оно будет? Да. Мы вокруг восстановили пруды, рыбу запустили. Теперь мы хозяева этой рыбы. Дороги сами строим. Электричество подводили сами. Когда-то. Вот такое дело непростое. Можете зайти на наши ресурсы. У нас очень богатый YouTube. Называется «Во свете Библии». «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Ну-ка, заряди. Получится? «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Как, получилось? Да. Ну, еще там какие цифры? Да. Сколько там? У вас У вас какие-нибудь духовные вопросы есть о душе, о спасении, о вечности? Да, есть, да, есть. Давайте, говорите только погромче. Я в жизни. Ну да. Ну, немного. Ну, ладно, до следующего раза. Это в детстве. Я ни разу в жизни не причащался. Так, я вам сейчас отвечу. Я нахожусь в Барнауле. Барнаул. Лапкин Игнатий Тихонович. Вы по скайпу зайдите, Игнатий Лапкин, зарядите, я один такой. И тогда мы поговорим на трезвую голову. А что говорить человеку, когда он не трезвый? У меня скайп вопрос нет. Ну вот вы запишите себе, Игнатий Лапкин, по скайпу. Ну, я думаю, я не знаю. Я вам скину большие ресурсы. У нас есть большой канал в Ютубе, 17 тысяч роликов. Так, ручка, о, не ручка, это нашел. А ручку? Ручки-то и нету. Нет, ручка мне всегда под рукой была. А должна быть под рукой, бумага лежать рядом. У меня всегда бумага и ручка под рукой была. Ну, я говорю, у меня 5 ручек и 10 листиков лежат. Мало ли еще, раз, черкнул. Так, Игнатий Лапкин. Сейчас, подожди секунду. Да. Только совершенно трезвы будьте, когда будете выходить на меня. А вот, я хотел вопрос. Да, вы завтра тогда выйдете. Я напишу, когда можно так. Меня, короче, это вот церковь постоянно. Знаете, с 4 ночи Москвы. Просит зайти, я говорю. Мне плохо слышно, подождите. Я трезвый буду. Подождите. Звонить с 4 часов ночи до 4 дня по Москве. Угу. Запишите себе. С 4 до 4. И сразу напомните, что вы были в синей рубашке. В очках нетрезвый. Я сразу вас припомню. Рубашки, не серые. Ну, всего хорошего. С Богом. С 4 до 4 Москвы. По скайпу. А сейчас можете посмотреть наш канал. Он называется «Во свете Библии». «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Большой-большой канал. С Богом. Смотрите, вы мужчина. Вам 20-то лет есть уже? 35. 35. Почему без бороды?
Какой ты мусульманин-то фальшивый? У мусульман запрещено бороду трогать. Я мусульманин. Ну, какой мусульманин себя разукрасил по рукам? Это тоже у них запрещено. У вас есть книга? У вас есть священная книга. И вы ее не знаете, не считаете, не поступаете. А только одно. У вас православных тоже много чего делать. Полно таких. Вы правильно говорите? Но они только называются. У нас дисциплины-то никакой у них нету. Но наша община, у нас всех одетые как надо. Здесь целая гвардия. Я говорю, у тебя дома, по вашей книге, разрешается иметь 4 жены. Но за каждую надо колым платить, работать. А тут 44 и даром, и все голые. Вот мы сюда и собрались, кавказские жеребцы на русских кобылах. Нет, я не ищу девушку. Надо Бога славить, жить для Бога. А эта скверна, она ничего не дает, кроме заразы. К этим женщинам прикоснуться нельзя. Они смердят. Понимаю. Ну вот понимаешь, значит, считать надо священную книгу, Библию, жить для Бога, творить милостыню и соблюдать посты. Вы говорите, вы мусульманин. А вы знаете правило мусульманское? 5 раз в день творить намаз. Ну, мне пока рано. Я пока не знаю, типа, молитв. 5 раз в день. Это 100 поклонов. 5 у мусульман. А у нас 7 раз. И у нас в 2 раза больше поклонов. Ну, один бог, но разные национальности. Вот это вот всякое. У вас, может, вопросы какие есть? Да нет. Просто. У мусульман вообще вопросов никаких нет. Они ничего не знают. Ни Коран. Вот я сколько с ними общаюсь. Я знаю которых. У меня знакомые мусульмане. Ну, мулы ночевали в доме на миссионерской поездке. Там люди очень грамотные. А вот здесь собрались, ничего не знают. Даже что... У меня родители знают. Я показываю, говорю, считай. Я говорю, что написано? Коран. А здесь... Баран, не можешь прочитать. Я говорю, это же ты должен знать это, учиться, как же ты учишься? Я мусульманин. Я говорю, вы такие же, как наши православные, стоят и ничего не понимают. Потому что на церковно-славянском. А у нас у меня бабушка знает арабский, там коран. А знает, вот, видишь, как это вот. Значит, она больше вас знала. Ну, конечно. Ну ладно, я пойду, давай. Давайте пока. С Богом, с Богом. Давай.